Что-то от песок надо. Щука ушла, да. Там даже, мне кажется, там даже пятак, наверное. Там такая реально. Там такая рожа наглая, как у меня. Хотя вообще мальчик. Я же хлыст еще, надо третью туда еще подальше, да, воткнуть? Чего? Ну, третью эту жердь. А? Что там делаем-то? Что делаем? Пускай сейчас с этим будем. Берем. Я говорю, может этот вытащить стоя поставить, она на веслах будет стоять. Стоя неудобно, или надо, чтобы она по поверхности вот так. По поверхности наша, только. От бензина, от масла. Что-то где-то в чем-то. А, маханул. Два дня молчал, да, у рыбы? Ну, а мы еще с чай пьем. Ты слышал этот звук? Просто еще такое, что такое? Рыба. Рыба в этом. Не, потом, когда начал она, да, гонять жерлицу. А сразу она раскрутила так тр прям. Да, тр. Да, ну, да. Потому что крупная. Да, зараза такая. Да, надо всегда подстраховываться. Надо было, вот увидел крупное, что очень крупное. Надо было. Оставить. Нет, не оставить, придерживать ее, чтобы натяжка была, чтобы он приплыл. Ну и подсачник надо было брать. Да, Чес? Забыли дома, убрал бытовку. Все бывает. Ну, поэтому я всегда говорю, это не магазин. Тут вот так вот. Ладно, она забудет все горе, невзгоды. По-новому придет. А ты прям налип, накапай прям. Поэтому. Чуть там, чуть-чуть, да. Ну прям тонкими полосочками таким. Не в одном месте, а тут. Тихо, мы водочки берем, когда мы не пришли. Развозюк, чтобы пена пошла. Что, тряпку типа идти смотри? Нет, нет, подожди. Я тряпку эту пожертвую. Нет, из машины. Пойду. Зачем? Не надо, у меня такая еще есть. Ну ладно, помоем лодку. Пойду живца чуть половлю. Этот. Где? Это ведерко. Ну ладно, сейчас живца ничего. Там все заряжено. Пойду потягаю, если клюет. Пойду потягаю. Потягаю. Вот берег. Блин, крупняча. Было. Горки, вот брусничка. Володь не взял. Да, она мне на лодке катала аж.
Там больше 4 килограмм. Если был бы подсачник, я бы взял. А что ты не сказал? Ну, я уже кричал тебе. То есть она меня катала вокруг жерлицы, как на американских горках, нахуй. А потом тихо, спокойно ушла. Ну, страшная, до жопы, блядь, Володь. Сразу такая морда, блядь, все черное. Там от 4 и выше. И главное, так спокойно, раз, и пошла. Свечу делала. Ну, крупна. Очень крупная. Видишь, 2 дня молчала, сейчас, может, начнет. Тут так.